Всем привет, с вами СивПро, и сегодня покажу вам карту 5 на час Red 4 для Майнкрафта Pocket Edition. После установки данной карты мы превращаемся в мальчика, который следил за аниматрониками, которые его пытались напугать. Если не ошибаюсь, он сидел на этой кровати и смотрел вот в левую дверь и в правую дверь, в том числе и дверь, которая находилась посередине. Там обитал Фокси. Ну что ж, давайте слезем с этой кровати и маленько осмотрим эту комнату. Комната довольно прикольно сделана. И здесь нам предлагают включить также свет, который нам сейчас не помещает. Также здесь еще есть дополнительное освещение, которое мы также можем включить. Ну, здесь очень много рычагов и кнопок, которые просто так напичканы в этой комнате. Ну, можно сказать, это декор. К примеру, вот зачем нужен этот рычаг? Я, конечно, слышу, что он активирует, но что толку от него, я не знаю. Толку от него нет, это просто такая декорация. Что ж, давайте выйдем в эту комнату. Как видите, там уже вдалеке лазит паук. И также мы можем здесь включить свет, который довольно все освещает. Так, почему-то он не включается, а все, он включился. Ну что ж, там есть какая-то еще комната, если честно. 5 на час Red 4 этой комнаты не было, если я не ошибаюсь. Также здесь мы тоже можем включить свет. И здесь мы можем все рассмотреть. Но здесь ничего такого нет. Но мы, как культурные люди, закроем здесь дверь. И пойдем дальше. Но дальше у нас будут приключения с криперами и зомби. Здесь мы тоже также можем включить свет, который нам сейчас, к сожалению, понадобится. Ну, мы, наверное, сейчас отключим этих зомби-криперов, чтобы они нам не мешали. Чтобы мы спокойно смогли посмотреть эту карту. Так, здесь у нас пусто, здесь стоят пустые двери, которые отвечают просто за декор. Ну, мы давайте пойдем дальше. И здесь сначала выключим свет, чтобы все было нормальным. Так. Ну, давайте тогда, наверное, зайдем через другую комнату, как это делал мальчик, который находился именно в этой комнате. Так. Как видите, все прикольно сделано. Давайте уберем лишний свет, чтобы он нам просто не мешал. Ну что ж, выходим в эту комнату, довольно ужасная комната, и в эту карту вы можете играть со своими друзьями. Тем самым, кто-то будет Фредди или Чикой или Фокси и будет вас пытаться напугать. Ну, как видите, здесь тоже какая-то комната. Если честно, я опять же не помню эту комнату, потому что эта комната вроде не было. Это просто декор комната. Ну, также мы здесь, наверное, можем. Да, здесь мы также можем включить свет, который нам сейчас понадобится. Как видите, нам сразу становится светло, и мы можем все рассмотреть. Да, а мы забыли посмотреть комнату Фокси. Да, та самая комната, которая находилась посередине. Мы, если честно, про нее забыли. Так, есть какие-то нитки, наверное, это типа кровь, но ну, может быть. И вот здесь у нас находился тот самый Фокси, которым тоже следил наш мальчик. И этот Фокси мог вылезти отсюда, просто-напросто вылезти и напугать нашего бедного мальчика, за которого мы сейчас в данный момент играем. Ну-ка, давай, выходи. Ну, довольно прикольная карта, да, поэтому скачивайте и оценивайте ее. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.